Из-за тяжелой болезни Игорь Крутой исхудал до неузнаваемости. В сети появились слухи о серьезной болезни российского композитора Игоря Крутого. Поклонники обратили внимание, что Крутой очень сильно похудел. В 2017 году он перенес операцию и курс реабилитации в Америке. Именно после этого пошли слухи, что у Крутого якобы рак. Как стало известно, композитор действительно болен, но это не онкология, а диабет, с которым он живет уже несколько лет. Игорь Яковлевич всегда был стройным, но и за последнее время похудел еще на 15 килограммов, рассказали в окружении Крутого. Конечно, все очень беспокоится, поддерживает его. Всякие были выдумки по поводу диагноза, но слава богу, у него никакой не рак. А потеря веса связана со строгой диетой, прописанной специалистами, которой он тщательно придерживается. Иногда кажется, что Игорь Яковлевич вообще ничего не ест. И при всем этом еще и активно занимается спортом. Любит большой теннис, уважает беговую дорожку и прогулки на свежем воздухе.